Ручейки едкого дыма, появившиеся этой ночью в Славянске на Кубани, привели нас на свалку за городом. Здесь произошло возгорание. В 0 часов 55 минут поступил сигнал о возгорании. Через 15 минут прибыли два пожарных расчета, впоследствии третий пожарный расчет. Помимо пожарных расчетов, для локализации возгорания уже ночью были привлечены сотрудники и техника городских предприятий «Жилсервис» и «Чистый город». На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство. Для этого по поручению главы района создан специальный штаб. 18 человек работают посменно согласно составленному графику. Сегодня уже полностью отсечен основной очаг от оставшихся складированных отходов, поэтому все находится под контролем. Городская мусорная свалка горит не в первый раз. Однако в прошлом году, по словам Павла Супруна, площадь возгорания была больше – около 2 гектаров. Сейчас она составляет порядка 1,5 гектаров. Работы на месте происшествия не прекращаются. По информации управления ЖКХ, полностью локализовать очаг пожара планируется в течение 3-4 дней. Причины происшедшего и категория пожара в настоящее время выясняются. Версии две – поджог и самовозгорание. Алена Теплова, Дмитрий Пухальский, программа «События».